Отделение социальной защиты населения Ненецкого округа станет частью МФЦ и переедет в здание на улице Ленина. Об этом сообщил руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников. Объединение учреждений позволит жителям региона получать все государственные и муниципальные услуги в одном месте и сократит время их предоставления. Отделение социальной защиты населения Ненецкого округа на сегодняшний день осуществляет 90% всех денежных выплат социальной направленности. Учреждение предоставляет меры соцподдержки гражданам старшего возраста, ветеранам труда и ветеранам Ненецкого округа, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, участникам боевых действий, почетным донорам, многодетным семьям и другим категориям лиц. Чтобы получить полагающуюся выплату, граждане могут обратиться как в отделение соцзащиты, так и в МФЦ. Для упрощения данной процедуры принято решение объединить два учреждения под одной крышей. То есть мы уже технологически определили, юридически определили, как это будет происходить. Наверное, один из ключевых моментов – это время, когда интегрируем два этих учреждения. По словам губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского, крайне важно, чтобы к 1 мая заработало программное обеспечение и была налажена взаимосвязь. А к 1 июля можно было полностью перейти к структурной реорганизации. Я хочу сказать, чтобы все понимали, да, это есть, что ОСЗН просто юридически становится частью МФЦ, для того, чтобы жители наши все услуги могли получать в рамках одного окна и не было этого межведомственного бюрократизма. Это не идет речь о том, что мы сокращаем ОСЗН или он перестает существовать, он будет существовать, только у него теперь структура станет, что он станет частью МФЦ. В целом, отметил глава региона, в данном направлении необходимо активно двигаться, перенимая опыт других регионов. Как пример, он привел реализацию подобного проекта в Великом Новгороде. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».